Вот и наступила осень, и я хочу сказать вам, чтобы вы ни в коем случае не печалились, ведь впереди у нас самое волшебное время года. Пока еще тепло и солнышко греет над своими лучами, выбирайтесь на природу с друзьями или без, в парк или на берег залива, неважно, главное, чтобы вы наслаждались окружающей вас красотой. Создайте атмосферу вокруг себя. Мольберт с красками, термос кофе, свечки или просто шоколадка, съеденная на скамейке у дома – все это делает нас чуточку счастливее. А если есть друг, с которым можно пообсуждать сериалы или просто последние сплетни, хватайте его с собой и встречайте осень 2016 года с самой дружелюбной и самой теплой улыбкой, на которую только способна. И прекращайте существовать. Начать жизнь никогда не поздно.